Народные песни, танцы и культурные традиции об историческом наследии казаков-некрасовцев знают все. От России до самой Турции, где представители казачества прожили более 250 лет. 60 лет назад они вернулись в Россию, и отметить юбилей своего возвращения они приехали в краевую столицу. Царизму не покоряться, при царях в Россию не возвращаться. Именно так звучит первое положение правового кодекса некрасовцев. Страну они покинули при Петре I после подавления восстания беглых крестьян под предводительством Кондратия Булавина. Казаки были не согласны и с новым церковным устройством. Уже 40 лет историю некрасовцев изучает Вера Николаевна Никитина. Все считают, что в Турции осталась одна семья. Нет, в Турции осталось три семьи. Вот об этом я подробно написала. Или когда родился тысячный некрасовец. Он родился не после того, как отплыли. Он родился еще в Стамбуле. В Стамбул некрасовцы отправились вместе с ярким лидером, атаманом-старообрядцем Игнатом Некрасовым. Но тогда никто не знал, что путь домой будет длиной в 250 лет. К 60-летию возвращения казаков Вера Никитина написала книгу. Я пыталась запечатлеть жизнь человека, жизнь семьи и жизнь общины, чтобы вот эта духовная составляющая, она не ушла. Красивая, наполненная выставка, много предметов материальной культуры. Но помимо этого необходимо сохранять интонацию, которая присуща этой традиции. А эта интонация, она связана и с движением, и с пляской, и с пением. Коллег Веры, исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска объединило и собрало в Ставропольском музее изобразительных искусств одно общее увлечение. Это жизнь, быт и культура казаков-некрасовцев. Гости смогут не только выступить с докладами, но даже поехать в гости к носителям этого культурного наследия. С историей некрасовцев нужно знакомиться, потому что это, во-первых, уникальное явление вообще в истории нашего края. Потому что именно в наш край 60 лет назад приехали последние, так сказать, казаки-некрасовцы, живущие в Турции, которые не хотели отуречиваться, которые хотели оставаться русскими, которые хотели говорить на русском языке. Вот их и поселили в Левокумском районе, и с тех пор в традиции нашего края каждые 5 лет отмечать эту дату, как знаменательную в истории края. Сейчас старообрядцы живут в поселке Новокумском и даже спустя десятилетия после возвращения сохраняют черты допетровского уклада жизни. Узнали больше о казаках-некрасовцах. Татьяна Писарева, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.